Сейчас он рассказывал Виту. Вчера играли с Мэттом этот захват режим, штурм типа который. Карта песочные часы. Небоскреб стоэтажный. Представил примерно вот такой. И точка, которую нужно захватить на крыше этого небоскреба. На него один лифт. И команда из 60 человек обороны вызвала на крышу танк. Направила дуло в выход из лифта, и 60 человек сидят, смотрят вход в лифт, короче. Че, надо по лифту туда реально подниматься? Я не знаю. Это ж капец. Самоубийство. Там по-любому лифты смотрят, стоят. Блядь, откуда тут летит, я не понимаю. Там вон трупы лежат, и они, по-моему, не доехали до нужного этажа. Все проверим. Собрались такие в лифт, блядь. Ух ты, что? Да. Не, ну. О, смотри, смотри, смотри. Вот тут, вот туда смотри, на мою красную. Пошла, пошла, пошла. Посоль, посоль. А кто его нокнул? Почему-то он нокнулся. Ты где-нибудь пошел просто? Что это вообще за... Лодки, блин. Давай, иди сюда. Едь, короче, вот на эти C4. Я понял. Я тебя попробую подорвать. Давай. Готов? Давай. Еду. Не, оно так не работает. О! Полез, полез, полез. Давай, ползи. А как он это сделал? Ты видел? Просто пытался себя как-то вот подкинуть этим. Для нас верт кроет. Сука, дрон! С сишкой, мразь! Зарал тебя, что ли? Нет. Я просто видел, как он ко мне подлетает. Бля. Они там турели еще понаставили автоматические. Такие бои держат в форме. Такие бои, говорит, держат в форме. Правда удивлен? Когда лодки, блядь, крабкаются по небоскребу, блядь. Ну да, классика. Так я говорю, вот этот прорыв, он является некой вариацией вот на тему метро на 64 или локер из BF4 на 64 игрока. То же самое, просто все команды, ну две команды долбятся в узкие проходы. Карта забагованная. Выходить надо. Она не забагованная или забагованная? Ну, спаунов нет, видишь? Да, походу, да. Перезаходить надо. Вчера было такое тоже. Я вот, конечно, все понимаю. Я вчера с снайперкой поиграл. Там напрокачивал много на нее модов. Вот тут есть сошки, ручки подствольные, знаете, всякие разные. Угу. Как вы думаете, что я открыл из таких вот приблуд подствольных на снайперку? Гранатомет, наверное, подствольный. Гранатомет подствольный на снайперку. Серьезно? Я даже не видел такого. Серьезно? Я сам вчера охренел. Мэтт уже ушел, я не успел ему сказать. Я готов был поделиться просто своим вот этим открытием, да. Справа в упор, Мэтт, справа в упор. Слева там очень много. Гачу за арта. Миномет. Такой АДС долгий, блин, на М24. Или тут в целом, типа, был такой Bad Company, я уж... В целом, помню, он был такой. Там очень долго целится. С забором сразу.
над Витом там вся банда просто. Я пытаюсь на ответственность пою. Это тоже миномет, походу, все-таки поставил. С РПГ пехоту убиваю по одному. Из пистолета тут крошу. А я думаю, куда чел исчез просто передо мной сейчас. А у меня ППшка и гранатомет как-то тут, а дистанции снайперские. Ну, что-то даже не дали поиграть-то, блин. На маяке, что ли? А, да, на маяке сидит один, в форточке. Здесь тип сидит. Тихо-тихо-тихо, челик. Да ёпты. Ой, двоих одним выстрелом. Просто две головы насквозь. Тебя справа. А метки тут разве не ставятся? Ставятся на крышку. Значит, не ставятся. Ты задолбал ты танк, блин. Иди стреляй с другими танками. Артём, у тебя справа вверху. Кто у нас танкист? Я на пулемете. Ладно, я понял. Ох ты, нихера! Я тоже бомбу положил. Здание внутри. Я там сишку поставил. Хорош. Они не снимут бомбу. А что? Сел в танк и все, я остановился, он стоит. А, ну нормально. Типичный Battlefield. О, да ладно, мы первые точки взяли. Потому что я пошел их минировать уже. Хочу дальше карту посмотреть. Нормально залетел. Минируешь точку, ставишь сишку, отошел. Блин. Тип забегает, взрываешь. Снайпер. А, убил меня в этом сидит. Маяке. Я там одного убил, там еще один есть.
Кстати, это Абрамс передо мной катается, я его не вижу. Нахер пошел, блин, вертолетик. Лётик, я же тебя предупреждал, да? Чё ты его там принял? Сначала с трубы, через танка. Так, это кто там, блин, такой?